Доброе утро! Вы на ТВКоме, с вами я, Григорий Панфилов. Это наша утренняя зарядка. И сегодня у меня в гостях коллектив торгово-развлекательного комплекса «Два кита». И наша зарядка сегодня пройдет с отягощениями. Мы начнем нашу утреннюю зарядку с упражнений с гантелями. Для тех телезрителей, у кого их нету под руками, берем два утюга или что-то подобное, или две гири стареньких дедушки. И начинаем выполнять вместе с нами. Берем в руки гантели. И первое наше упражнение, сейчас я покажу его для наших телезрителей. Ноги на ширине плеч, руки с гантелями свободно опущены до туловища. На счет раз делаем подъем плечей, стараемся коснуться своих ушей. На счет два опускаем гантели. Исходное положение принять. На счет раз упражнение начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Это упражнение прекрасно закачивает мышцы шеи и помогает нам избежать травм, которые связаны как раз с шейными позвонками. И еще несколько раз. Закончили упражнение. Гантели остаются у нас в прямых руках, ноги также на ширине плеч. И следующее упражнение, которое будет, я думаю, на ура воспринято всеми нашими мужчинами, мальчиками, потому что мы будем тренировать наши бицепсы. На счет раз делаем подъем гантелей на бицепс, при этом поворачиваем руки вот таким вот образом. Кисть это называется у нас супинация. Исходное положение принять. Руки с гантелями свободно опущены вдоль туловища. И упражнение начинаем. Раз, два, опустили. Три, четыре. Продолжаем. Все у нас готовятся к пляжному сезону. А на пляже, как обычно, все обращают внимание на красивые и мощные бицепсы. Еще раз. И еще раз, два, три. Закончили упражнение. И сегодня у нас самый настоящий железный день. Все упражнения наши происходят с отягощениями. И заключительное упражнение также пройдет с гантелями. Но наши телезрители, которые не имеют гантель под руками, могут выполнять их без отягощений. Упражнение будет следующее. Ноги на ширине плеч, гантели свободно опущены. На счет раз делаем выпад правой ногой назад. На счет два возвращаемся в исходное положение. На счет три то же самое левой ногой. Исходное положение принять. Упражнение с правой ноги. Начинай. Раз. Два. Исходное положение. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Закончили упражнение. Гантели поставили. На этом наша утренняя зарядка окончена. Дорогие телезрители, если вы хотите быть здоровыми, жизнерадостными, энергичными, посещайте спортивный клуб «Манго» и занимайтесь утренней зарядкой на ТВКоме вместе со мной, с Григорием Панфиловым. Всего доброго!